Специальное предложение только сегодняшнего дня. Каждый час ассортимент главного предложения дня будет меняться. Но прямо сейчас мы хотим представить вам благородный узор. Целый комплект. Специальное предложение этого часа. Набор «Благородный узор», название которого раскрывает индивидуальность коллекции. Изящные орнаменты воплощены на нежной фактуре, видите, бархата. Они очаровывают, правда? И дарят самые необыкновенные эмоции. Аж дух захватывает. Благородный узор. Идеальный выбор для самого элегантного интерьера. Друзья, в комплекте вы получаете и покрывало с элементами декора из бархата, и две портьеры по цене только сегодня. Максимальное снижение цены. Вернее, часа. Только во время часа. Юлия Колосова, эксперт телеканала Shopping Show, дипломированный дизайнер-технолог, сейчас нас проконсультирует. Сделаю это с большим удовольствием. Добро пожаловать в мою домашнюю студию. И действительно, в центре внимания сегодня одно из ярчайших предложений на телеканале Shopping Show. Это ваше готовое дизайнерское решение для того, чтобы вы смогли изменить интерьер без затрат и хлопот. Очень красиво, очень выразительно, статусно и, конечно же, сильно. Роскошные узоры, крупные медальоны с витиеватым растительным орнаментом, напоминающим нам украшения Воронцовского дворца, теперь в вашем доме. И в преддверии новогодних праздников это то самое решение, которое вы должны обязательно себе позволить и порадовать им себя. Бархат, а в нашем случае еще и с шикарным витражным рисунком, это эталонная красота. Но мы не забываем с вами, что кроме того, что мы любуемся своим интерьером, мы еще и практичные хозяйки. А значит, выбираем бархатные ластановые основы, которые просто отстирать, которые совершенно мало сминаем, прочен и крепок. А для покрывала это важно. Покрывало функциональное, а легкое одеяло также, потому что стеганое и на синтепоне. И, конечно, детали. Шторная лента есть. То есть на шторах уже все обработано и пришито. Вам не нужно будет тратить совершенно ни денег, ни времени. Шторная лента позволит вам сразу использовать прекрасный благородный узор в своем интерьере. Крючочек, крокодильчики, штанга диаметром до 2 сантиметров, какие крепления у вас, те и подойдут, шторы подстроятся под ваш карниз, а вам не нужно будет тратить денег. Что касается высокого качества пошива покрывала, оно действительно на уровне, стежка безниточная, поэтому стирок можно делать да хоть через день. И самое главное, что служить такой материал вам будет больше 20 лет. Прекрасная инвестиция в комфорт, я вас поздравляю. Абсолютно с тобой согласна, берем не на один день и, конечно, максимально экономим. Бежевый цвет сейчас на ваших экранах. Я бы сказала, что это персиковый крем. Мягкий, нежный цвет с вкусным названием персиковый крем. Относится к пастельной палитре розового. Обладает легким персиковым подтоном. Оттенок очень деликатный, согласитесь, и обволакивающий. Он легкий, воздушный, расширяющий пространство. Совсем как французский персиковый десерт. В комплекте вы получаете покрывало 220 на 220 сантиметров. И две портьеры. Размер каждой портьеры 150 на 270 сантиметров. Розовый цвет. Боже, сколько здесь нежности. Только посмотрите, удовольствие имеет свой цвет, и это точно. Это цвет розовый. Розовый цвет означает нежность, любовь и заботу. Цвет заката, лепестков розы. Истинно женственный тон. В спальню идеально. Это мне кажется так, поэтому если вы уже представили свои спальни, забирайте. Кофейный оттенок. Знаете, когда мы думаем, так, какой цвет подобрать своему интерьеру? У меня дети, у меня домашние животные. Вот тогда не прогадайте. Возьмите потемнее, подойдет. Этот цвет называется кофе. Глубокий, насыщенный, темно-коричневый оттенок. Но он не так прост, как кажется на первый взгляд. В нем притаились бордовые нотки, видите, серые и даже сиреневые. Отчего становится этот цвет, конечно, многогранным, правда? Необычным и безумно интересным. Это главное предложение только сегодняшнего дня. Еще раз, в комплекте вы получаете покрывало 220 на 220 сантиметров и две портьеры 150 на 270 сантиметров за 2999 рублей. Скидка 75% действует только в этом часе. Кстати, друзья, напомню, что это целый набор. И вспомните, как сложно подобрать под шторы покрывало и наоборот, покрывало под шторы. Вот мы сейчас, когда в новой квартире
пошили шторы на заказ. У нас там просто потолки высокие, поэтому наши шторы на шоп-н-шоу не подходят. 3,20 у нас потолки. И покрывал нам тоже предложили сразу шить из такой же ткани. И сказали, 16 тысяч рублей. Я говорю, Дима, стоп, давай не сейчас, давай потом. И вы знаете, вот постелили просто плед, и все равно вот такой гармонии, богатства уже нет в интерьере. Поэтому хорошо бы было, чтобы все в едином стиле. Правда, Юлечка? Да, когда вы оформляете два интерьера, образующих место, в одной стилистической композиции, в одном цветовом решении, вы получаете эффект свежего ремонта, правда, без затрат и хлопот. Но наши дизайнеры пошли дальше, они изучали тенденции, они вдохновлялись лучшими архитектурными строениями. И вензель, который вы видите сейчас, вот этот крупный медальон, украшает убранство Воронцовского дворца. Мы знаем, как там красиво, кто бывал в Крыму. Очень интересное решение, витражный рисунок, благородный, выразительный, добавит статуса, изысканности и немножко дворцового шика в ваш дом. Сегодня это огромный тренд. А по центру кровать или диван вы можете украсить покрывалом в том же дизайне. И главное, что все это в одном комплекте. Вот такой простой дизайнерский прием. Я всегда делаю его для своих клиентов, когда они говорят, я не хочу много платить, я хочу красоты, все и сразу без ремонта. Я говорю, вот твое решение. Забирайте и вы сегодня ваш правильный выбор. Давайте так, сейчас мы с вами немножко расслабимся, на секундочку закроем глаза. Закройте Давай. Все глаза. И представьте интерьер своей мечты. Я понимаю, что многие из вас сейчас скажут, ой, да это надо ремонт сделать, чтобы был интерьер моей мечты. Нет, представьте шторы бархатные, шикарные. Представьте бархатное покрывало. Ведь о таком интерьере вы всегда мечтали. Дорого, богато, гости пришли и ахнули от восторга, от такой красоты. Скоро Новый год, к нам придут гости, и они будут в восторге от красоты ваших окошек и вашего дивана. Кстати, на диване тоже можно использовать, потому что здесь размер 220 на 220 сантиметров. Единственный момент, хотела спросить тебя, Юлечка, бархатные шторы. Многие скажут, бархат, он тяжелый, мои карнизы не выдержат точно. Наш бархат облегченный, он с эффектом витражного рисунка. Ваша комната становится просторнее и светлее, а после узла, который я сейчас завязала, шторы остаются гладкими, а ваше окно опрятным, потому что это эластановая основа. А как раз-таки бархат на эластановой основе дает возможность вам использовать отлично на диванах и креслах. На кроватях больших прочный и добротный, укрепленный синтепоном и второй стороной. Можно стирать до 20 лет срок службы. Идеальное решение, совершенно не портится никак. И даже если у вас есть животное, почистить такое покрывало быстро. Отлично. Ну что ж, бархатные шторы и бархатное покрывало. Друзья, очень много положительных отзывов, а главное скидка. Скидка больше 70%, пока мы дома делаем выгодные заказы. Это самая выгодная покупка дня.